все сейчас в данный момент уже висит на траверсе. Откручиваю вот эти два болта. И откручиваю на передней подушке вот эту гайку. Откручиваю цилиндрик, откручиваю вот этот компенсатор, или как он называется, правильно не скажу, два болта в сторону отведем на шланге. Отвожу в сторону немножко и подвязываю к патрубку, чтобы не болталось. Вот так вот будет. Здесь нам не мешает, если что-то двинем. Остается у нас два болта, болт раз, болт два. Кронштейн пока не снимаю, там на коробке его нет, надо будет переставлять. И с этой стороны у нас остается, что у нас здесь остается? А, здесь у нас остается только вот одна гайка. Поставил я гидростойку, откручиваю гайку. И откручиваю вот эти два болта. Вроде бы все.
Так, что у нас, как оно? Здесь коробка заходила. И здесь коробка пошла. Все, коробка пошла по всему периметру. Теперь нам только остается ее снимать. Все. Опять же, хозяин сказал, сцепление трогать не надо. Сцепление не буксует. Ведет себя, говорит, нормально. Смотрите, как выработана корзина. По-хорошему, сцепление надо заменить. Выработка такая, что скоро лепестки перепилит. На пол лепестка выработка. Ладно, хозяин барин, тут ничего не сделаешь. Будет потом видео по замене сцепления отдельно. Вот коробка, что я снял. Здесь идет маркировка у них. О, оттер W5M311RRBE. Коробка идет вообще не та, которая пробивается по модели номеру кузова, по фрейм номеру. Значит, возможно, что коробка тоже менялась, как и двигатель. А вот которую ставить будем, в ней W5M311SRXC. В чем разница? В чем отличаются? Это непонятно, но разница есть. Разница есть даже вот, вот на первый взгляд. Здесь вот такой вот выступ. Здесь разница в высоте. Идем туда.
Здесь выступа два, там вот этого нету, только один. Ну, разница в высоте также есть. Шпильки перекрутим и переставим. Вал. Вал пробовал. Пошлицевой подходит. Перекручиваю шпильки, перекручиваю обе подушки вместе с кронштейнами, и одну, и вторую, и переставляю на ту коробку. Но показывать этого уже не буду, эти мелкие моменты. Все, засада. Эта коробка не подходит. Нету вот этого крепления на той коробке. Под подушку. Вот здесь так, а здесь вот так. Попытка замены коробки неудачная, но положительно из этого всего я смог на коробке оттереть маркировку и записать ее. Теперь уже по этой маркировке именно будем искать, а дальше уже менять. И там, возможно, хозяину смогу объяснить, что надо сцепление заменить. Также на этом автомобиле надо менять как левый, так и правый привод в сборе. Не то, что мы там заменили гранату, привода мертвые полностью. Ладно, накидываю коробку на место, на стойку, и подвешиваю ее. А уже после этого будем собирать дальше. Смог я с кряхтением водрузить коробку на гидростойку. Ну и теперь пытаюсь ее также водрузить на место. Одному неудобно, но можно. Вот так вот практически поставил. Сейчас вот шпильку только попадаю. И можно будет наживлять. Так, шпилька зашла. Направляющая ровно. Задвигаем вперед ее. Все, коробка к блоку подошла.
И теперь ставлю на место рабочий цилиндрик. Цилиндр сцепления затянул. Теперь подвешиваю на место лыжу. Лыжу я затянул, подушки на лыжи затянул. Теперь смажу немножко шлицевую, которая у нас в раздатку входит. Накидываю раздатку. Раздатку я не мыл, чуть-чуть грязь с нее почистил. И затягиваю ее. Вот у нас заливная пробка на торце. Съезжу, возьму масло. Зальем масло в раздатку и в коробку. Раздатку затянул. Втыкаю на место правый привод. Привода заказали бэушные. Новые стоят денег не сложить в сборе. Бэушные с Владивостока найдут, отправят, потом уже заменим.
Все. Эту сторону привод воткнул, затягиваем. Здесь подтянул. Пыльник на наконечнике разорван. Собираю с этой стороны. Сначала установлю на место промежуточный вал. Он тоже здесь, как говорится, заколхожен. Но другого варианта сейчас нет, поэтому ставим его. И затягиваю. Промежуточный затянул. Ставлю на место внутреннюю гранату с приводом. Также шаровую опору тоже наживляю. Затягиваю. Все, здесь я ступицу затянул, стойку стабилизатора затянул и шаровую опору затянул. Теперь можно устанавливать кардан, но надо сначала заменить крестовину. Крестовина пришла. Иду, выпрессовываю старую, запрессовываю новую. Ветер на улице сорвался. На удивление, крышка разбита, а вилка не набита. Но это здорово. Со второй стороны тоже уже иголки вообще высыпались. Ни одной иголки здесь не упало. Это начало ходить, гулять. И здесь иголки все повылетали. А вот эта сторона еще... вроде с иголками, но понятно, что вся хрустит. Ну и все.
Сейчас почищу посадочное, смазываем и ставим новую крестовину. Новую крестовину буду GMB использовать, ГУМ 81. Одеваю стопор и додавливаю. Стопор на место не сел, поэтому беру стопор, поддавливаю. Часть стопора села, часть не села еще на место. Кстати, и стопор сел на место. Стопор надо немножко, опять же, раздвинуть, чтобы у нас закрутилась масленка, тавотница. Называется, я его слепила из того, что было. Все, тавотница на месте, когда запрессуем, прошприцуем. Все.
Теперь у нас ничего не закусывает. Берем сейчас, устанавливаем и на автомобиле уже прошприцуем. Все, наживляю и закручиваю фланец, также наживляю и закручиваю подвесной подшипник. Все, кардан у нас будет установлен, после этого уже можно будет установить. Кардан закрутил, подвесной закрутил, теперь устанавливаю на место приемные штаны. Все, наживил, затягиваем. Глушитель закрутил сзади, вот здесь подвеска и спереди. Здесь кронштейн и две гайки. Теперь заливаем масло в коробку. Вот пробка заливная, она же уровневая. И масло в раздатку, вот пробка. Масло заливаю в нагнетатель и нагнетателем заливаю. Вот такой вот маслонагнетатель. Масло Лукойл ТМ4. Переливаю его и заливаем. Номер нагнетателя 70654. Сервис ключ производитель. Thank you.
А теперь наливаем в раздатку. Все, и в раздатку я тоже налил. Ну, в раздатке там и масло помещается совсем чуть-чуть. Я там сильно удивлялся, когда 50 грамм слил. Ну, конечно, то они 50 грамм помещается было масло. Но тут раздатка с 2 кулака размером. Снизу я все сделал. Теперь опускаем автомобиль, собираем сверху. И хозяин ищет другую коробку. Опускать пока не тороплюсь. Забыл прошприцевать. И заднюю новенькую, которую поставили. Сейчас прокручу кардан. И новенькую прошприцевали. Снимаю перемычку. А теперь все по тихой очереди закручиваем стартер, закручиваем 2 верхних болта на блок, закручиваем трос спидометра, а потом уже опускаем троса кулисы. Затянул я стартер, затянул верхних 2 болта. И все, прикручиваем и устанавливаем троса на место. Троса прикрутил, там соединил, положил на место проводку. Вот здесь это перетело на ручку.
Все затянул, поставил, ставлю на место батарейку. Подключаю ее, завожу и отдаю человеку. Попытка заменить коробку не удалась. Ищет коробку, ищет привода. И потом будем еще раз встречаться. На этом все. Всего вам доброго.